9 апреля Ульяновский духовой оркестр «Держава» под руководством заслуженного артиста России Валерия Уткина и солисты Татарского театра оперы и балета Ирик Фаттахов и Яна Флаксман, а также солистка Ульяновской филармонии Елена Рождественская исполнили фрагменты из известных опер, оперет и любимые песни россиян. Программа концерта была очень насыщенной и интересной. Концерт был организован в рамках соглашения о сотрудничестве между Министерством искусства и культурной политики Ульяновской области и Министерством культуры Республики Татарстан. Оркестр «Держава» плодотворно сотрудничает с выпускниками и студентами Казанской государственной консерватории. И все вокалисты, участники концерта, выпускники вокального отделения данного учебного заведения. Яна Флаксман великолепно исполнила болеро Елены из оперы Джузеппе Верди «Сицилийская вечерня». Чудесный романс «Утро туманное», который сочинил музыкант-любитель гусар Эраст Абаза в исполнении Ирика Фаттахова, украсил вечер. Спустя полтора столетия это произведение по-прежнему очень популярно и любимо всеми. Солистка нашей Ульяновской филармонии Елена Рождественская спела колыбельную Клары из американской джаз-оперы «Порги и Бесс». В втором отделении концерта звучали всеми любимые советские произведения, такие как «Смуглянка», «Песенка о капитане». Ирина Антонова, новости Ульяновской правды.